тут же потеря получается. Покатил вперед и нападающий Иван Романов в меньшинстве бросает и забивает в меньшинстве. Друзья, здравствуйте. Приглашаем вас в Тольятти. Первый матч пятницы по континентальной хоккейной лиге пройдет именно здесь. Причем это противостояние прямых конкурентов по таблице Восточной конференции. Лада против Авангарда. Все готово. Стартовому вбрасыванию Николишин против Фисенко. Поехали. Первая точка за Ладой остается. Сегодня у Тольятти первое звено осталось неизменным. Романов, Фисенко и Алтабр Макян при поддержке Солянникова и Березина. Первая атака за Ладой, но при этом, кстати, потерял шайбу Солянников. И тут же убегает Рид Буше. 1-1 практически бросает. И нарушение правил зафиксировано. Сыграли порядка 22 секунд. Как я понимаю, там именно удаление. И пока «Авангард» не является лучшей командой, она входит в пятерку. И каждая четвертая попытка в среднем, вот прям четко каждая четвертая, заканчивается взятием ворот, как и здесь. 1-0 в пользу «Авангарда». Меньше 10 секунд потребовалось, и это точнейший бросок Рида Буше. 11-й гол в сезоне, 7-й при игре с численным перевесом. Вот так, казалось бы, банальная ошибка на синей, но привела сначала к удалению, а затем и к пропущенной шайбе. Николишин. Он уже спокойно убрал с дороги соперника, пошел дальше Иван. Простреливает на Буше. И с острова заряжает Буше, причем попала шайба в конек Ткачеву. Но если бы она зашла в ворота, я думаю, что это был бы чистый гол. В этой игре первый бросок в исполнении Шулуха. Ну и, в принципе, получается, это вообще первый бросок «Авангарда» в ствол после гола. Еще один шанс вновь Буше. Вот это уже опасно. В ближний бросал, но переместил Стружков. Поможет ли это? Скоро поймем. Космачук запускает ее вперед. И «Авангард» пытается вынести, пока не получается. Дальний бросок. Отскок! Какой момент Кудрышев имел! Я даже полагаю, что он сам не ожидал подобного отскока, но оказался в нужном месте в нужное время. Мартынов выбрасывает из зоны. Сам поехал меняться так неторопливо. И Романов увидел это, пытался воспользоваться. Прокатил Романов. Что он вытворяет? Какой момент создает Иван Романов сам себе? И едва ни счет не сравнял. А ведь все это на фоне того, как неторопливо менялись игроки «Авангарда». Зиапайгин. Вслед за ним соперник. Перехват, добивание. Мишуров тащит. А затем помогают полевые. Последнее вбрасывание. И звучит сирена, которая фиксирует победу «Авангарда» в первом периоде. Но в периоде очень непростом. Твои комментарии по игре. И как считаешь, не надломил ли первый гол команду, по твоему мнению? Да, у нас всегда говорят про удаление. Получили опять удаление, может, ненужное. Пропустили. Конечно, он не нужен, но сейчас тренерский штаб подскажет и будем исправлять. Атакует «Авангард». Но перед Буше смещается здорово. Буше идет дальше, но его не пустили. Шеребзянов наброс. Шайба долетает таки до Трушкова. И Александр забирает ее в ловушку. Команда Барташа неплохо шайбой владела, но моментов было маловато. Посмотрим, что будет на сей раз. Солянников на Ивана Романова. Бросает он по центру и забивает Романов во второй игре к ряду. 1-1. Бросает вроде бы по центру, низом. Был ли там рикошет? Вот главный вопрос. Отдает шайбу Солянников налево. Бросок Романова. И да нет, вроде бы. Все чисто по центру прямым броском. И теперь счет сравнялся. Рид Буше налево тонко сыграл, но шайба не дошла. Еще разок бросает Буше. Реагирует вратарь. Дальше шайба перед ним. Пытается Спунер ее добавить. Не получается даже не то, что у Спунера, а у Ткачева ее забрать. И вот теперь команда из Тольятти надежно выбрасывает. И появляется на льду пятый полевой. Напомню, что это Шумаков. И он после меньшинства может даже убежать. Шумаков бросает низом на месте Мишуров. Какая драма могла быть. Сражается все еще 70-й. Бросок с разворота. Тоже не в створ. И, кстати говоря, неплохой момент. И Гумно там пытался ее заковырять. Да, был довольно близок. И это большинство Лады. Романов вновь прострел теперь. Но доходит шайба не до Фисенко, а до правого бортика. Там располагается Алтабр Макян. На синий еще один защитник. Это бросок Солянникова. И шайба в воротах. 2-1 Лада. Все голы сегодня оформляются строго в большинстве. Мне кажется, это максимально достойный ответ на супербыстрый гол Буше в большинстве в первом периоде. Но Солянников на самом деле играет в СКА, даже там имея очень скромную роль.
был игроком атакующего плана, а здесь падение, и Трушков выручает, причем без нарушения правил он смог остановить Игоря Гераськина. Были шансы у авангарда, но вот это удаление в зоне атаки немного подпортило настроение, досталось Чистякову, ой-ой-ой, и Байков поехал мстить Грошеву. Надеюсь, что все будет в порядке с Семеном, тем более, что у него тоже в последние сезоны были травмы неприятные. После видеопросмотра определено команду «Вату» номер 63, 5 минут за удар коленом. Спунер по бортику на Ткачева. И тут же потеря получается. Покатил вперед и нападающий Иван Романов в меньшинстве бросает и забивает в меньшинстве. 3-1 в пользу «Лады». Иван Романов 3 гола в 2 матчах. А ведь я предупреждал, что «Лада» — команда, которая в меньшинстве, запросто может отличиться. Да, это не минская «Динамо», которая забивает чаще всех. Но эта шайба становится уже 4-й. Гераськин. Неудобно бросать, поэтому прострел. Какой момент! И забивает Иван Николишин. 2-3. Авангард в игре. Бросает Гераськин, не попадает в створ. Причем там даже не было рикошетов. И не готов к этому оказался Александр Трушков. В отличие от Ивана Николишина. 3-2 в этом матче. Последние секунды второго игрового отрезка. Вброс в зону. Так, и еще одно удаление. Вопрос, у кого? Не у «Лады» ли? Потому что контроль-то был у игрока «Авангарда». Если так, то в начале третьего сыграют пятером против троих. Так, а там, похоже, стычка. Романов так побежал обратно в сторону льда. Любопытно, любопытно. Фисенко что-то не поделил с Ридом Буше. Возможно, обменивается своим опытом игры за «Авангард». Хорошая игра, два равных соперника. У них лучше получился начало и середина второго периода. Хорошо, что в конце смогли перехватить инициативу и забить гол в раздевалку. А теперь надо выходить на третий период и добавлять, и забивать. Прострел. Такая подкидка вышла, но все четко. Еще одна передача. Неплохо, с неудобной реагирует Мишеров. А дальше Березин пытался добавить, но, на мой взгляд, особо по ловушке там не бил. Ну и, в принципе, никаких неудобств не доставлял вратарю омской команды. Возврат в свою зону. Атакует «Авангард». Гераськин, перевод налево. Бенгрижановский открывался, но подставил свою клюшку игрок «Лады». Ткачев на вершину. Шевизянову неудобно, но он, кстати, довел шайбу до ворот таким вот броском с лопаты получился. И в итоге аплодисментами встречают такое событие болельщики «Лады». Вот теперь же реально блок, и подобных ситуаций чисто логически должно быть больше. Червоненко в зоне уже. Бросок, добивание Грошева и шайбу в воротах. 4-2 в пользу «Лады». Червоненко оформил перехват в нейтральной зоне. И дальше уже, кстати, не покатил в оборону игрок «Авангарда». В результате освободилось пространство бросавшему Грошеву. И он не промахнулся. Очень быстро «Авангард» пошел в нейтральную зону. Владимир Ткачев. Пауза. Бросок по центру ворота. И вновь реагирует вратарь «Лады». Вот это было красиво, быстро и, самое главное, это голевой момент. Еще и потеря, прострел вперед, и можно бросить, передача, момент, и где шайба? Нет, она не в воротах. Голевой шанс на ровном месте, фантастика. Довольно долго «Авангард» играл без вратаря, если брать официальный протокол, то 63 секунды. 40 секунд. Некоторые болельщики «Лады» уже на ногах. Предвкушает победу, но пока еще рано. Прострел, рикошет и шайба в воротах. Да, это гол. Забивает «Авангард». Бороться о мячи продолжают. Вот прострел, и в Пьянова попала шайба. То есть это был наброс Рида Буше. Бам, и попадает, по-моему, в конек Пьянову. Само собой, на подобный отскок среагировать чрезвычайно трудно. «Авангард» в игре. Точка за «Ладой», но шайба пока не вынесена. 13 секунд на все про все. Перехваты, бросок по пустым. Шайба летит и оказывается там. 5-3. По всей видимости, это финальная точка. Все-таки «Лада» смогла добиться сегодня своего. И 5 шайб, конечно, это крайне редкое явление. Благодаря мощнейшему второму отрезку, которым удалось и сравнять, и выйти вперед. Благодаря и большинству, и меньшинству победу забирает. Так что впервые за 6 лет команды играют. И впервые с января
2017 года «Лада» обыгрывает «Авангард». И как раз все это происходит на домашнем льду. Празднуют тольяттинцы. Они выигрывают второй матч к ряду после победы над «Астанинским Барысом». Олег Владимирович, с победой. Яркий эмоциональный матч выдали сегодня команды. Ваши комментарии по сегодняшней игре. Да, сегодня мне очень понравилась игра нашей команды. Она была очень содержательной. Причем во всех линиях. И мы сегодня, скажем так, не отбивались от соперника. Мы сегодня играли. И вот это порадовало. То есть то, что сегодня получалось, именно игра. Содержательная и созидательная. Вот. Ну и, конечно, поддержка болельщиков сегодня феноменальная.